Итак, друзья, раз у меня канал цветочный, этот канал, решил показать вам один маленький-маленький эксперимент, который я так просто затеял. Как вы поняли, это картошка. Вот эта. Малюсенькая вот такая. И вот эта картошка. Тоже малюсенькая. Растет это все в ящике из-под краски. Там, где у меня растет лимон. И помидор, который пережил зиму. И даже вон уже один помидорчик висит. Зимой, кстати, опылился. Где-то в январе конце. Итак, смотрите, что про эту картошку. Посадил один глазок. То есть не саму картошку, а глазок. Посадил в ноябре месяце. Просто так втыкнул в землю. Ради чистого-чистого вот такого эксперимента. Посмотрите, что выйдет. Ну, смотрите. Хоть росток вот такой малюсенький, сейчас мы подкопаем, абсолютно чуть-чуть подкопаем. И что мы там видим? У нас там картошка. И она не одна, как я понял. Я вот здесь подкапывал тоже. Вот здесь картошка, вон там картошка. Ну, посмотрим. Буду выращивать. Когда они засохнут, тогда я вытащу, покажу вам результат. Смешной опыт, понимаю, очень смешной, но все-таки. Ну все, всем удачи, всем успехов.